Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик. У меня на балике 7881 рубль. Этот балик у меня остался с прошлого ролика, но может там плюс-минус 50 рублей, потому что я немножко катал вне ролика, но особо и в жесткий плюс, и в жесткий минус не уходил. То есть плюс-минус у меня такой же балик остался с прошлого ролика. И там мы подняли плюс 2000 рублей за видос. Надеюсь, сегодня мне гагдропчик будет... Надеюсь, сегодня мне гагдропчик будет выдавать еще лучше, потому что плюс 2000 это неплохой результат, но зная гагдроп, он может куда лучше. Полетели со старта кейс с подарками, 5 штучек, это уже традиция, начиная с данного кейса. Хоть и был ролик, где мне этот кейс жестко слил, но я надеюсь, сейчас он мне выдаст, но я в него верю. Полетели 5 штук на 5555 рублей. Так, 1300, 466, плохо, вот если прямо завода, но не, хреново выдает. Все-таки этот кейс, да, этот кейс стал плохо выдавать. Давайте еще 3 быстренько попробуем. Ну, вот 6000, это уже хорошо, ладно, он вернул мой начальный баланс, считай. Давай, еще 5 штук, и вот сейчас окупай, по-братски. Первое говно, второе хорошо, 2400, ну вот это все говно, естественно, падает полное, и в общем, 4700, сука, ну ты можешь мне дать жесткий плюс, 5100, я думал, это жесткий плюс, но нет. 3800, ну я не знаю, но это странный какой-то кейс, но иногда вот вроде выдает, но в итоге опять слил на балике 4000, фейерверк 5 штук на 4000. 2800, короче, пацаны, сегодня будем подниматься уже с 3000 рублей, а не с 7, ну ладно, сейчас дойдем до всех бесплаток, отсюда залутаем еще до хрена. Но сегодня у меня в планах уже, ну, 15000 в идеале поднять, ну хотя бы за десяточку уже точно надо зайти, потому что, ну, уже как бы пора. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также за каждый депозитный рубль вам дают один спипоинт, вы можете вот сюда вот как-то перейти и зайти в нежную битву, и свои спипоинты кинуть в рандомные окошки и поубивать скинчики. Сейчас покажу, как это работает. Вот у меня есть 10000 спи-поинтов. Давайте вот сюда кинем. Так, с 5000 мне упало говно, да? Не, ну 1100, кстати, не так плохо. Еще один. Так, и тут мне упало 687. Ну, короче, где-то процентов 20, да, процентов 20 к депозиту я получил. Но в среднем отсюда можно как раз где-то забирать от 20 до 30% к пополнению. Еще у них есть марафон, вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. А также барабан бонусов первый раз крутите, если просто регайте по моей ссылочке в описании под видео. Второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Так, а мы полетели дальше открывать кейсики. На балике 4783 рубля. Давайте сейчас тройнем праздничные огни одну штучку на 1800. Но мне в любом случае надо порисковать, если я хочу камбэкать балик. Ну и просто сегодня хочу много поднять. Ну да, падает говно, дух воды, естественно. Но... Так, хорошо. Кейс с подарками, еще одну штуку за 1000. Ну, за 3000, пожалуйста. Ну да, 516. Ага, плод воображения. А этот кейс сегодня вообще выдавать планирует? Можно за 3000. Ага, 516. За 3000, вот, 3200. Ну неплохо, еще один. Пожелание на ночь. Ну, 1195. Так, 4000 на палике, но мы почти уже дошли до платинового бесплатного кейса. Это на самом деле неплохо. Давайте 2024 одну штучку тройнем. Пустынный повстанец, но вроде это окуп, да? Да, 2600. Не бешеный, но окуп. Хорошо. Так, делитного осталось еще накрутить на 50 тысяч. Звучит тяжело, но я думаю, мы справимся. А, давайте карточку за 4000 вот сюда. Ну, 2400, хреново. Очень хреново, потому что это был all-in почти. Так, окей, фейерверк, 5 штук на... Не, не 5, 4. Да, 4 штуки на 3108. Так, фамас 944... Ой, 370. Ну, чё так хреново-то выдаёт-то? Ну, 2800 минус еще 3. Ну, вот сейчас, да, вот сейчас получше. 2800, неплохо. Еще 4. 4200, отличненько. На балике почти 5000. Мы неплохо еще апаемся для элитного кейса. Так, праздничные огни, одну штуку за 1800. Но ты когда-нибудь мне, сука, выдашь или нет? Ну, должен же уже. Ну, ново 1200, лучше, чем то, что было. Ну, сука, ну ты прям очень плохо выдаешь. Ну, пожалуйста. Интегрейл, 928. 1000 рублей на балике. Вот этот кейс, он, я больше его, сука, вообще, мне кажется, открывать не буду. Мандарины по 4 штуки. Давайте, это один из лучших кейсов для лоу-баланса. Слово пацана и мандарины. Это вот два кейсика, которые можно в таких ситуациях открывать. Но мандарины, походу, меня хотят сейчас сливать, да? Но по ощущениям, да. Еще два. Ну, хотя что-то иногда выдает, ну, не. Походу, ни хрена. Ладно, у нас на балике... Ну, сейчас, давайте до конца докрутим. Если что, с бесплаток еще есть шанс камбэкнуть. Ну, да, да.
Так, ладно, давайте откроем бесплатки, которые у нас уже доступны. Дай бог, платиновый сейчас выдаст хорошо. Он иногда может спокойно 1004 выдать. Ну вот, неглубокая могила, сильно сомневаюсь, что оно будет стоить больше 1000. Ну да, где-то 53. Хреново. Давайте остальные также быстренько откроем. Ядерный сад, ну вот, а, нет, 500 рублей золотого тоже хреново падает. Но бесплатки еще расстраивают, сука. Автосвалка, продаем. Ну давайте сейчас сколько, ну 2500, наверное, будет на балике. 68 и последний, да нет, даже 2500 не будет. Ой, хз, что делать, если честно. Так, ладно, почти 2500 на балике. Давайте зимний домик по одной штучке. Прощальный оскал. Не, ну я не понимаю, что сегодня с дорогими кейсами. Ночная буря, ну вот, 1700, хоть что-то. Хоть что-то, спасибо. Давайте, слово пацана, по 5 штук быстро крутим. Пытаемся апнуться до элитного бесплатного кейса. Но этот кейс он хотя бы жестко не сливает. И чаще всего даже поднимает. По 5 штучек сидим так и крутим, пока не откроем элитный бесплатный. Но это лучший кейс для фарма бесплаток, да и в принципе для лоу баланса. Ну вот я тебя хвалю-хвалю, а ты что-то, сука, сливать меня начинаешь. И очень противно. Не, ну ладно, сейчас выдал, отлично. Да, выдавать начал, слава богу. Ну да, видите, он даже если и сливает, вот у меня было 5 или 6 раз подряд, он меня слил, он меня сливал всего на рублей 100, 200, 300. Так, ну мы уже докрутили до 3400 рублей, отличненько. Так, сейчас давайте еще вот 5, и я хочу чекнуть, сколько осталось до элитного, на 7000, ну да. Короче, вот этот кейс для фарма бесплаток, он самый лучший. 2 ролика подряд, он меня сейвит. Дай бог сейчас еще элитный выдаст хорошо. И тогда у нас не жизнь, а сказка будет. 4000, отлично, слушайте. Реально хорошо. Опять окупил. Может до 5000 апнемся? Ну я уж, конечно, обнаглел, но все-таки. Ну да, я обнаглел. Ну ладно, до 4 тоже отлично. Так, я думаю, у нас уже все бесплаточки открыты. Да, элитный у нас точнее открылся. Давайте с него заберем халяву. Но с элитного, если повезет, 1004 забрать можно будет. Так, 5-7 скоростной зверь. Вот тут хз, чисто по качеству надо смотреть. Ну, 2600. Не то чтобы хорошо, но и не супер плохо. 6000 на балике, ну чё? Я предлагаю вообще заулынить, наверное. И, я так не смогу желтый открыть. Тогда почти заулынить. И открыть красный за 5555 рублей. Это, конечно, рисково. Но от этого интереснее полетели. Если он выдаст, то мы будем в бешеном плюсе. Он может спокойно 1020 выдать. Ну вот, подтвержденное убийство, но тут сомнительно, с какое качество. Ну да, 3800. Давайте апгрейдик попробуем до 6000. Ой, сука, что-то сегодня все дорогие кейсы мне прям супер хреново выдают. Так, ну апгрейдик, мы благо выигрываем 6000, отлично, на балике 6700 рублей. Так, хорошо, хорошо, красный, еще одну штуку за 5000. Ну давай, ну хоть со второго-то мне выдай, ну пожалуйста. Но вот АОП дикое пламя, но опять же от качества зависит. Все зависит от качества. 7700, отлично. Так, ну десяточку надо пробивать на балике по-любому сегодня. То светящийся одну штуку, мистер Кейсик. Вот, нормально, тоже выдает 9200 на балике. Так, отлично. Давайте сейчас тройнем какую-нибудь тайное. 5 штучек на 4000 быстро. Отлично, на балике 10 821 рубль. Я предлагаю на этой прекрасной ноте заканчивать видос. Мы сегодня подняли плюс 3000 рублей к балансу. Не бешеный плюс, но с учетом того, как мы начали ролить, что мы почти слили весь баланс. Ну, я считаю, это отличный результат. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести промокод LUDI и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про снежную битву, про марафон, про банбонсы, бонусы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Хоть мы видосы и до хрена не подняли, и по факту мы с пипоинтов залутали 1000-2-3, их слили, потом опять их подняли. Но в любом случае, зато мы с 2000 баланса раскачались до десяточки. А за это уже можно и лайк, и подписку, и комментарий оформить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.